Сегодня в Иннополисе проходит Всероссийская робототехническая олимпиада. К нам в гости приехало более 600 участников из 52 регионов России. Олимпиада не стоит на месте. Мы начинали с наземных роботов, в том году мы покорили воду, а сегодня мы покоряем ввысь и представляем новое состязание – летательные интеллектуальные робототехнические системы. Соответственно, ребята учат робота занимать определенную точку пространства, и здесь мы представляем различные миссии для того, чтобы они могли демонстрировать свои навыки. Мы представляем новый вид состязания «Тетрастек» по роботизированному строительству. Роботы должны из фигур всем известной игрушки «Тетрис» составлять те же самые ряды, и чем больше этих рядов будет, то, соответственно, робот заработает больше баллов. Наш проект – это модель устойчивого микрорайона Ожогино, который находится в Тюмени. В нашем проекте есть возобновляемые источники энергии. Экоум-автобус, который ездит на солнечных батареях. Есть ветрогенераторы, которые обеспечивают работу фонарям. Международным оргкомитетом в этом году определена тема «Устойчивое развитие». Это производство чистой и недорогой энергии, устойчивые города, борьба с изменением климата и охрана биоразнообразия. У нас проект под названием «Куба Сити», и его задача в том, чтобы разгрузить транспортную систему города. В нашем городе продуманная логистика, и программа самостоятельно создает маршрут для всех роботов, так, чтобы они ездили оптимально, не сталкиваясь друг с другом и выполняли свои назначенные задачи. Мы с помощью нашей системы перевозим людей с одной части автодороги на другую часть, чтобы не создавать задержку автомобилей и уменьшить количество смертей на дороге. Не радовать, что подобные сложные задачи решаются уже сейчас школьниками. Настоящие прикладные задачи, которые используются в индустрии и которые отражены в доктрине индустрии 4.0 и могут уже завтра широко использоваться в реальных задачах.